Здравствуйте всем, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, я, Алексей Хардплей, и новый поход Артем Вульф, как всегда, как в блокбастере, продавцы бросили магазин, сбежали, дикая продавщица накинулась на покупателя, полиция убежала, я, кстати, вот, к сожалению, не знаю, вот, когда он ходил, может, что-то из старых каких-то записей, но сейчас увидим, всем приятного просмотра, чай, кофе, плюшки, ватрушки, все полезные ссылочки найдете внизу в описании, спасибо всем, кто подписывается на Бусти, там мы смотрим всякие фильмы, там все выкладываем, все в повторах, да, также не забывайте подписываться на телеграм-канал, там очень скоро новый розыгрыш, да, поехали, ха-ха, видел, как быстро в этот раз, да, я вообще быстро. Раз, три минуты. Три минуты. Леха, три минуты меня называли. Печенье вкусное у вас? Печенье вкусное? Не знаю. Сейчас я попробую. Мало. Не понял. Сейлор Мун? Во, у меня что-то такие же глаза. Это что, луна в матроске? Да как вы смеете? Блин, невкусное. Нет, неприятно пахнет. Мало ли, я домой принесу, он невкусный будет. Это что такое? Вы вообще делаете? Нюхаю перед оплатой. Издеваться решил, тебе делать нечего. Как-то не ванильно пахнет, да. На вкус не лишь. Мы покушаем, выкинем. А, можно оставить вам, да? Ну, тогда я пойду еще товар выберу у вас. А зачем? Нет, зачем? Я пойду еще повыбираю себе товар. Выбирайте, но вы вот так открывать ничего не будете. Нет, ну я должен понюхать, прежде чем оплатить. Вызови полицию и пускай полицию. Среда, как говорил Конфуций, это маленькая пятница. Или просто среда пришел, неделя прошел. Да, ну грех, грех не отметить середину недели. Наш. А? Полиция приедет. Это он еще летом, кстати, снимал. Без меня. Да, Артему огромный привет. Кстати, многие забывают ставить лайки по статистике. Лайки. Любимому стримеру, да, поставьте обязательно, пишите комментарий. Чем больше комментариев и лайков, тем быстрее мы пойдем с Артемом в новый поход, хотел сказать, в новый заход, конечно же, в тухлопритоны. В комментариях пишите обязательно. Я Артему в тот раз вот передал, и нашли мы вот в Химках тухлопритончик, по-моему, в Химке. Пишите, где адреса, с какого, прям пишите город, адрес и магазин, на какой улице расположен, где тухляк у вас, тухляк, понимаете, потому что я Артему сказал, давай, поедем куда-нибудь в Надальника, понимаешь? А то здесь уже все нас знают. Надо в поход собираться, да? Могу. А почему? В смысле, я понюхал товар перед оплатой. А хорошо, где вы такое делаете? Вы в каждом магазине такое делаете? Конечно. Как это? А потом, если вам не нравится, вы его оставляете, да? Я же вам его не оставил. Ну, а зачем такое делать? Ну, я всегда сначала нюхаю товар, потом оплачиваю. Вот оплатите, выйдете, там нюхайте, что хотите делайте. Не, вообще за такой товар, конечно, нет желания платить. Не платите, ничего не покупайте, можете пойти. Опять одна просрочка, опять это молочка всякие, сыры, не сыры, Уберите свой... Осуждаю! Куда ты лезешь? Олег, снимаешь? Олег! Олег! Что там загремело? Снимаешь, Олег? Олег. Мое любимое имя. Ты меня не снял, да? Уберите свой телефон. Куда ты лезешь? Олег, снимаешь? Олег. Ой-ой-ой. Снимаешь, Олег? Ой-ой-ой. Куда ты лезешь? Ты чё? Ой-ой-ой. Сдурел, что ли? Снимать. Ты снимаешь, Олег? Смотри, опа. Им надо с мясником из Химок познакомиться, да. Кидаться очень плохо на камеру. Знаете, вообще, очень забавно, есть вот обезьяны, которые очень странно реагируют. Я ни в коем случае не к людям, которые в этом сюжете. Я здесь, знаете, давеча тоже столкнулся с одной такой проблемой. Захожу в людное очень место, куча камер. То есть, ну, я как бы никогда внимания не обращаю. Ведется видеофиксация, все классно, все здорово. И возникла, ну, такая спорная конфликтная ситуация. Я как бы для себя начал снимать человека, который находится на рабочем месте. И мне говорят, вы что? Я сейчас сальто заднее сделаю. Или боковой бэкфлип. Я говорю, не надо. Он говорит, я хочу. Я говорю, не надо. Пена, не надо, пожалуйста, это делать. Поэтому я не знаю, почему так сразу... Олег, все. А, молодец. Что вы делаете вообще? Ты куда на человека лезешь? Зачем ты нападаешь на человека? Объясни мне. Это очень плохая примета. Зачем на человека нападаешь? Я у тебя спрашиваю. Ну что, ребят, сразу вызываем полицию. Тут неадекватная подоспела. Алло. Да, ты. Опа.
Давай, раз на раз. Здравствуйте, хотели вызвать сотрудников полиции. А ведь про срока просто несколько позиций в руках у Артема. Ребят, один вопрос. Всегда знаете, как происходит? Сколько было рейдов совместных с Артемом? Ребят, что не так с этим товаром? Все, всегда последует ответ. Ну вот посмотрите, либо сразу отвечаем, там, допустим, ну, сроки годности. Ой, извините, давайте при вас утилизируем. Все. Все, ролик никуда, он никогда не появляется, просто материал удаляется и все. Вообще просто все, и мы идем дальше. Все, это адекватные люди, которые просто не досмотрели. А есть вот, ты меня снимаешь? Олег! Олег Олегов! Я сейчас, блин, осуждаю, это в Comedy Club было. Олег прекрасный. Я друг Олег. Сейчас, это вот Москва у нас. Красивый. Опа! Улица. Ты че, а? Полицию вызываю. А что случилось? А вот твоя недавно. Я не знаю, а зачем ты так близко подходишь? Я осуждаю. Осуждаю. Осудительный момент. Полностью осуждаю вот эти вот контактных вот этих людей, вот тут особо, которые любят близко подходить. Мне такое не надо. Адекватная женщина напала на мою девушку. А что она сейчас? Так, магазин «Минутка». Ереванская улица, 28. Что происходит? Корпус 1. Пускай снимает. Магазин «Продукты». Да, магазин «Минутка». Вот снимай получше, что видно было. Овцам. Повторение «Химок». Вот это настоящий петух. Овцам. Ты можешь свою так называть. Я тебя буду называть. Я сейчас... Харая твою бы... Сейчас я тут это... Я... Да что ж такое с вами происходит-то? Ну что вы все... Из вас вылезает это... Лезет опять, лезет! Борись с этим, ты же мужик взрослый. Ну зачем? Зачем ты все это делаешь? Лезет... Ну ты же вспомни, ну ты же мужчина просто, ну что-то не так. Просто вызови сотрудников, они приедут, решат, у вас просто спор обычный. Из-за банки кока-колы просроченной и печенек. Ну вы чего, вы, ну зачем оскорблять? Это же тоже чья-то невеста, там, дочка чья-то, внучка, жучка. Это плохая примета вообще оскорблять людей, а мало ли, да, откуда? Сейчас поедешь тоже. Нападение на человека, говорю. Да хочешь, поеду. Ты что, поедешь, да? Зачем тебе угрожать? Угроза, статья. А может быть ты? Агрессивно ведешь себя, неадекватно. Успокойся. Говорите со мной, что произошло. Мне всегда очень нравится, когда куча начинает типа держать, отводить. Сережа, не надо. Сережа. Почему Сережа, не знаю. Просто Сережа. Сережа, не надо, не надо. Он опять такой. Держите меня, семеро! Да я сейчас девки, я отпустите меня. Ой, так это забавно смотрится, да. Банку взял с огурчиками. Такая есть. Дядя Ваня. Там толщина стекла. Вот не соврать, наверное, вот с мизинец мой. Говоришь, дядя Ваня. Да. И опа. Да. И все, и у всех все хорошо. Да, я его угостил его огурчиком. Да, все верно. Падение, говорю, на человека было совершено. Нельзя, нельзя кидаться. Плохая примета. Агрессия происходит до сих пор. А почему у меня скорая? А почему? Пока не требуется. Но если вы будете медлить, потребуется. Почему? У вас здесь висит глазок. Почему? Вот скажите мне, пожалуйста, почему у вас глазок? Сними глазок. Сними глазок. Срочно снять глазок. Назову так видео. Сними глазок, да. Другую женщину. И вот мужчина агрессирует. Сотрудник магазина или кто? Да, сотрудник магазина. Я позвоню. Звони. Давай. Давай! Давай, Зая, давай! Всех туда! В маргарин просто! Давай! Я люблю такие движухи! Ну где опять я был, а? Всех туда, понимаешь? Все, кто не лень! И друзей, и знакомых! Всех туда! Да, там неважно, там автобус приедет, загрузят всех. Какая разница, сколько? Там 1, 10, 15. Ребята как часы служат, да. Сразу, опа, дельфинчики. И, косяк поплыл.
Дружная стайка, да. Поэтому очень плохо, очень плохая примета. Это затея очень дурная. Нельзя себя так вести, ребят, нельзя. Уже с деревьев давно слезли, нельзя. Плохо себя так вести, не надо так делать, да. И просрочку продавать очень плохо. Плохо, вон дедушка, не дай бог, отравится. Кому позвонишь? Волков Артем Алексеевич. Да, куда ты звонишь? Что говорите? А, нет, отбой, в полицию, все, молодец. Телефон для связи. Информация получается, Москва, Царицына, Ереванская, 28, корпус 1, ваш телефон, правильно? Верно. Полиция вызывает, до свидания. До свидания. Ну что, вызвали полицию. Дядя, ты что агрессируешь-то? Дядя, давай, выйди, поговорим. А где дядя тут был агрессивный? Кстати, проход свободный, тоже служебный вход я нигде не увидел. А, вон он на улице. Смотри, срач какой везде. Стоит, ждет. Ничего не брать, ничего не кушать. Дядь, ты главное не убегай. На холодильнике. Ничего не брать, ничего не кушать, не смотреть. Здесь закрылся. Все. Ну что, ребят, интересное начало. Печеньки зачем-то раскидала. Зачем раскидала печеньки? Это уронило энергетики. За пачку дернула. Она прыгала. И вот, казалось бы, да, 21 век на дворе. Везде в магазине. О! Тем более камеры. Но нет, надо прыгать. Надо вести себя как... как животное какое-то, прыгать на человека, пытаться отобрать у него. Подглядывает, стоит, смотри. Камеру? Зачем? Для чего у тебя есть камеры? Все так же, которые фиксируют все. Но нет, телефон, фиксирующий на видео, это одно, а их камера – это другое. Это другое. Да, колбаску тут наш активист показывает до 22.08.23. Опа. Смотри, как она выглядит. Просто смотри на это. О! Это называется развакуум. Я уже все выучил, да. Если видите вот такую колбаску, ребят, которая под вакуумом должна быть, не берите, не берите. Тут микроэлементы могут это... Короче, живность, да. Жуки могут там водиться. Аккуратнее, пожалуйста, аккуратнее. Цвет. Вот сравни цвет нормальной колбасы. Само собой, это тухлый здоровой колбасы. Вакуум. Вот написано, срок годности в вакууме. Следовательно, вместе с нарушением вакуумной упаковки уменьшается и срок годности. А еще, Сам, смотри, как колбаса у них хранится. Думаешь, нет никакой даты вскрытия? Нарезка нет, конечно. Ну да, кстати, я не вижу. Добрый вечер. От 0,3 месяца, срок годности 3 месяца, да? Просрочно. В принципе, можно, я думаю, ребят, уже брать полноценную корзинку и потом складывать, собирать. Так, опа, сачок. Сок для питания детей старше 3 лет. До 16.08.23. Тут еще и просроченный детский сок. Тут, короче, целая партия просроченного детского сока. Тут уже нужна сразу телега. Я все-таки верил в этот магазин, и я думал, что не найдем здесь только просрочки. Мне кажется, надо собираться срочно туда сделать повторный заход, потому что что-то мне совсем здесь не нравится, как себя люди ведут. Очень плохо, очень некультурно. И просрока очень много, самое главное. Хрен с ним, как люди себя ведут, а вот то, что просрока много, вот это вообще плохо. Потому что когда поначалу пришли, честно, ощущение было, что все-таки просрочки не так много. Мы посмотрели сразу сверху молочку, чипсики и так далее. Но, как видите, достаточно немножко глубже копнуть, и сразу вот находится все вот это вот. Тем временем, с вызова сотрудников полиции... Ага, знаешь, как облом какой? Приходишь, значит, ты такой домой, колбаску, да. Знаешь, бывает вот так вот, с вечера что-нибудь взял вкусное, знаешь, и такой вот думаешь, вот сейчас вот... Вот сейчас я пойду прогуляюсь, и вот знаешь, вот вечерочечком, да, уже перед сном, уже ближе к ночи, бутербродик себе сделаю с колбаской, да, или вот эти пироженки, да, в десяточке продаются эти, Наполеон, взял не так давно, я вам рассказывал. Просрочено, понимаешь, открываешь, а там просрок, грибок на грибке, да, и потом чай этот пьешь, цедишь голиком, так нельзя так делать, это фу такими быть, фу. Прошло уже 15 минут. Полиции пока нет. Тём, это неуравновешенная, там все ходит на телефоне. Ну пусть она ходит на телефоне, что, она молодец, да. Видимо, по ее мнению, так себя вести адекватно. То есть просто на девушку напрыгивать, набрасываться, которая просто держит телефон в руках. Уже такая вот прекрасная тележечка. О! Просто вот. Пивко 6 минут, пошло. Сколько мы ищем именно целенаправленную просрочку. И оно не заканчивается и не заканчивается. О! Так, Любятова.
до 06.08.23. А теперь внимание, ребят, до 19.11.22. На год просроченные хлопья. Это позор. И эти хлопья в основном же покупают детям. Ну и энергетик. Чтобы, знаешь, бодрее работалось тоже до сегодняшнего дня. А напоминаю, что согласно статье 473 Гражданского кодекса, до сегодняшнего дня это не включительно. Работяга зайдет перед работой, купит себе энергетик. Объясняю для тех, кто играет World of Tanks на арте. Значит, если, короче, день в день пивандепола ты пришел и смотришь на маркировку, а там вот сегодня 20-й, и там до 20-го, все, значит, уже просрок. Понимаешь? Все, нельзя. А то потом начнется этот, да, неудержимый этот. А потом вместо работы с туалета будет работать. О! Попробуем, пойдем сок купить. Просто интересно, продадут или нет. Напоминаю, просроченный сок для питания детей с 3 лет. Это можно очень купить? Зря. Сок. Сейчас подойдут, подождите. А кто подойдет? Кассир подойдет. Вроде тоже на кассе были. Ну, я так заменю, я позвал. Все. На кассе никого нет, магазин пустой. Там тоже. Никого, а на где кассе. Народ? Решили ребята не работать больше. Ну, а зачем? То есть сначала они все вот это вот реализуют. Реализуют просроченный товар, зарабатывают, скорее всего, на этом. А потом просто теряют прибыль, потому что клиенты стоят и ждут. И многие ждать не будут и просто развернутся. Молодцы, гениальная логика. Еще и прыгают на людей. Видно, очень любят свой магазин. Ну, ты, я смотрю, стоишь и решил основательно так закупиться в этом магазинчике. Да. Ты просто понимаешь, обычно вот я вот сужу, вот я как логичный, да, адекватный человек. Если бы ко мне пришли с камерой, я бы, наоборот, максимально показал, какой у меня хороший магазин. Наоборот, можно сделать себе рекламу, показать, какой у меня замечательный магазин, как все хорошо тут, как к покупателям относятся с душой, с любовью. И в такой магазин, наоборот, захочется идти и возвращаться еще раз. Но, видимо, здесь у людей другая логика. Все стоят и ждут. Вообще интересно, почему она не захотела сок продать. Она же до этого продала уже. Чек можно? Спасибо. Работа магазина парализована. Я бы, конечно, пошел дальше в магазин, но у меня дикое желание приобрести этот сок прекрасный. Сам попью, ребенку своему дам. Это что за зазеркалье тут? Пока вы здесь, они не выйдут. Пока вы здесь, они не выйдут. Так что вы будете стоять. Ты кто? А, все, кассир не выйдет? Да. Кассир решила взять 51-ю статью Конституции и не свидетельствовать против себя и своего беспредела. Просто спряталась в подсобке. Ребята, а в чем задумка? Кассир не выходит. Вы можете подойти к ней. А почему? А у вас есть харумамбуру? Нет, а ты вот купи, слона, а вот почему? Ты чего, пенная вечеринка-то опять начинается? И спросите, она сказала, что не выйдет. Руководство тоже не хочет, видимо, выходить. Вы что все от него хотите-то? Иди, зови, иди там, спрашивай его, че-че? Это, у нищих слуг нет. Я думаю, если руководство в курсе уже о том, что... Вот он, Сашенька, чисто World of Tanks. Вот, пожалуйста. Это который у меня 10 тысяч боев, да, и 70 винрейт. Вот, вот, пожалуйста. Который сидит, он, пока 40 секунд она сводится, этот кружочек, он сидит, да, создавай взвод, родной. На кассе очередь, они бы вышли, если бы хотели. А вот и полиция. А у вас тоже просрочено? Да. Опять начинается, да? Ой, господи. Все, давай, поехали. Ой, господи, ну давай, мочи. Здравствуйте. Здрасте. Здорово, отец. Мультик видел. Платье. Здрасте. Ты куда пулемет-то тычешь, родной? Ну что ж такое-то, а? Ты чего? Солнышко мое, ты куда пулемет-то? Ты как? Ой, мама, ой. Ладно, нормально. Поехали. Вам полиция, Башков.
Что у вас там произошло? Это понятно. Все нормально, брат. Ну, изначально выявили просроченный товар. 30 раз норматив сдает. Ставлю очко хейтера, что подтягивается 100% в тридцатку. Впоследствии девушка, которая сидела за кассой, напала, налетела на нашего оператора, пыталась собрать у нее камеру, толкала ее. Заявление будет? Естественно, подавать буду два заявления, получается, по поводу неадекватных, по моему мнению, действий девушки и по поводу просроченного товара. Ну, хорошо. И ушел. Можете меня не снимать? Интересно, конечно, полиция приходит без бланков сразу, но они, может, спешили очень, потому что все-таки было заявление о нападении, и скорее... Не-не-не, ну по факту, здесь правильно все. Может, если он, да, сказал, что с таким фактом, ну, конечно, вырвались. Скорее всего, они очень спешили. Мужчина взял пиво и просто вышел с пивом через склад магазина. Что там происходит? Мужик пошел с пивом через другую доску покупать, что ли, или чем, не знаю, зашел. А где? Мужик с пивом вышел, просто в окно присел. О! Наш пошел! То есть, подожди, покупатель сейчас взял пиво, пошел через подсобку и вышел с ним из магазина? Да. Похоже, они сейчас звонят в отдел и докладывают. Это где, Москва? Царицына? Нормально. У нас нет протоколов принятия устного заявления, шеф. Что делать? Я так предполагаю, конечно. Они даже не спросили, то есть полный затем. О, классика. Магазин закрывается. Это прям классика. Молодцы. Вообще не удивлен. Тем временем второй оператор выключил свет, и выходит та самая женщина, которая кидалась на первую. Ага. Интересная на самом деле схема у них, конечно, но сегодня им это не поможет. Все, магазин не работает. Случайно. Пам-парам-парам-парарарапам. Нет, подождите. Вот сейчас кто-то скажет на сотрудников, да? Прошу прощения за слово сотрудники в данной ситуации. Подожди, свет выключили? Выключили. Значит, что? Правильно, магазин закрыт, все. До свидания. Всего хорошего! Выключилось электричество. Он полиция уехала, тё. И ППС уехали просто. Мы придем, бланки еще надо. А возможно, это не наша полиция. Возможно, это просто другая машина. Это наши стояли полицейские? Да. Уехали? Да. Либо они за участковым сразу поехали. Ну а мало ли что здесь происходит, да, почему они вообще просто бросили? Да, как бы сообщено было нападение, и очень непонятна мне ситуация, почему сотрудники полиции просто берут и уезжают. Мама, где полиция? Поэтому мы звоним, ребят, в МВД Царицына. Так, в МВД Царицына занято. Это лайфхак. Как залезть всем. Все просто весь район, как что, всандолился. Молодец. Грамотно. Оба телефона отдела полиции Царицына заняты. О! Но нас, естественно, это что? Правильно, не остановит. Отдел полиции занят. Пользователь занят. Царицына. Царицына! Ой, господи. Здравствуйте, вызывали сотрудников полиции в магазин «Минутка». Полицейские сказали, минутка, что пошли за бланками и уехали просто. Ждите на связи, будьте ждите. Да куда ППС уехали-то? Мы их ждем, маленькая ситуация тут. Они сказали за бланками. Слушайте, и уехали. Вы блогеры, вы под вечер всегда так распи... Это залет, воин. Тихо. Так. Ой, как ты мой хороший. Ну-ка. Ну-ка, мой сладкий, ну-ка еще разочек. Кто там? Петух закукарекал за место Авроры. Милости прошу к нашему шалашу. Ты что ты? Ты где? Ты понимаешь, что те люди звонят? Ты же
Ты же, ну ты что, дурак-то такой? Маленькая ситуация тут. Так, тихо. Они сказали за бланками и уехали. Вы блогеры, вы под вечер всегда так распираетесь, скажите мне. Вы зачем кричите? Сотрудник полиции, общайтесь адекватно. Все, пиу. Это, мои друзья, называется насос. Насос — это в простонародье официально неполное служебное. С, естественно, глубочайшим проникновением во все виды отверстий. Да. И, конечно же, начальник, замначальника — это выговор. Кто-то может строгач получить даже в ходе проверки. Да. Это залет, боец. Да, это все. Это точка невозврата, мой хороший. Да, молодец. Пью-пью, вот такой вот дежурный. Пью-пью. Все, теперь сбрасывает. Отдел полиции Царицына, ребят, что я могу сказать? Отдел полиции сбрасывает. Все, берет и сбрасывает. Обиделся. Давай, показываю. Ребят, я знаю, меня много смотрят из других смежных органов. Обратите внимание. Сотрудник полиции просто берет и сбрасывает. Да. Он поднимает и сбрасывает. Потому что 0-0 у тебя тикает, что подняли. Это под увольнение, сразу надо выкидывать. Вдруг в этот момент кинулся кто-то. Ну, может же быть такая ситуация. У человека фляга свистнула, он взял этот с кухни, вот этот длинный. И вот это вот. А там сбрасывают. Обращаясь к тебе, конченый ты дурак неумный, ты понимаешь, что вот из-за таких, как вы, вот сколько мы их уже таких видели, ну вас же не сосчитать, вас же там как грязи. Потом пальцем тыкают в тех, кто реально, они стараются, и я хочу сказать, это потихоньку все лучше и лучше, все больше вот этих адекватных. Вас же... конченых, которые попадают в аквариумы, которые, ну, разговаривают, общаются с людьми. Я открою страшную тайну. Не так давно, знаете, столкнулся с одним участковым. Участковым, причем по бытовому вопросу совершенно прекрасному. И, знаете, дабы не голословить, давайте так. Тысяч, это первая же, да, часть ролика. Давайте так. Ай, ну давай, 20 тысяч лайков этот ролик собирает. Я вам выложу. Там, правда, качество, ну, вертикалочку там снимали. Вот. Ну, все понятно, там все классно, здорово. Я, собственно, это вот буквально на днях было, да. Человек просто пообещал позвонить, там перезвонить. Но ладно, не суть. В общем, я покажу еще подобных людей. Хотя, я думаю, вы и так их знаете, их очень много. Но желаю тем, кто все-таки в адеквате, кто реально служит и любит, как бы ни было тяжело, свою службу. Мужики, держитесь, крепитесь, вас становится потихонечку все больше. Господи, дай вам Бог здоровья крепкого. И вот боритесь, ребят, боритесь, пожалуйста. Да. Спасибо вам огромное, низкий поклон от всего канала за службу. Спасибо. Правда. Вот, да, как раз 20 тысяч лайков соберете, я вам наглядно покажу, что такое, когда сотрудники приходят, а что такое, когда быдло приходит неотесанное, да. Поехали дальше. Беда. Позвони на 102, продублируем, в чем проблема. Вы позвонили в полицию. Пожалуйста, дождитесь ответа. 102 уже. Все операторы службы. На 102 все операторы заняты. Но я четко слышу, что полицейские сказали, что они пошли за бланками. Потом они берут что-то там, выясняют и уезжают просто. Надеемся за участковый. Это Москва. Надеемся за участковый, но тем не менее, это как минимум непрофессионально. Когда ты вызываешь нападение, заявление делаешь, просто полиция уезжает. Здравствуйте, вызывали сотрудников полиции в магазин «Минутка» в Москве. Но, к сожалению, полицейские... Не-не-не, это увольнение. Не надо их ничему учить, они необучаемые. Только увольнение, только сразу все прям раз выявили, до свидания, Кто-то мне постоянно говорит: Лех, у нас там недобор, у нас перебор. Плохо, значит, работает у вас отдел кадров, плохо, значит, так скажем, с набором. Вот я, допустим, знаю отделы, в которых нет проблем, целые районы знаю, в которые люди идут, в которые люди хотят служить. Вот, и не жалуются. Между прочим, это наши подписчики закрытого нашего телеграм-канала. Да, тяжело, да, этот, но они на бодряках, они довольны всем. Поэтому, ну, как бы вы подумайте, да. А что жаловаться-то? Вы решите, куда идете, а потом уже там это все-таки подумайте 10 раз, стоит ли. Приехали и убежали куда-то. Хотели продублировать вызов. Продублировать?
Ну да, полицейские убежали, отдел полиции сбрасывает, не берет трубку. В смысле, полицейские убежали? Ну, они зашли, сказали, пошли за бланками, сели... Но это как не пешком, а убежали. Это в 102 такие вопросы спрашивают. В смысле убежали? Ну, ногами они взяли и побежали. И ретировались с магазина и уехали. У нас, да, тоже недавно один убежал. Я же говорю, вон даже Сабинка в чате говорит. Она свидетелем, кстати, была. Да, ребят, ставьте лайки, я выложу обязательно. Да, он, кстати, так и не перезвонил, Сабин, так и не извинился. А ведь просил на него заявление, да, не писать. Ну, значит, сам Бог велел, как раз, да, давно, давно не было приключений, да. Ну, как говорится, никто же не мешает в отдел сходить, правильно, даже через пару дней написать заявление и приложить видеозапись. Ты молодец мой, ах ты мой хороший, ладно, все хорошо, давайте поэтапно, да. Набираем лайкосы и поехали, заведем эту шайтан-машину, да. Будем, так скажем... выявлять вот этих вот, да, нехороших людей, нехороших, да, очень, очень. Может, они в жизни-то и хорошие, но так, конечно, ай, нехорошие. Знаешь, как пришел? Вот так вот, нараспашку, вот так вот у него вся. Вот так вот, расплескалась родная, да расплескалась. Я, говорит, год мне еще остался, чалится, а потом пенсия. Я говорю, шляпу где потерял? Он говорит, ну вот там она у меня где-то. Я говорю, а нагрудный знак-то где? Он говорит, а я что, должен? Я говорю, Колин Бедроманс. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, любят люди, любят, ну, время от времени, да. Ну, ничего, ладно. Одна, идем общий язык, ладно, что. Поехали. В машину и уехали. В прямом смысле. Возможно, куда-то не убежали. Возможно, действительно, куда-то поехали за бланками. И, возможно, такое же... За какими бланками? Куда, кто, как можно просто приехать на вызов и уехать? Ты что ты несешь, женщина? Ты в 102 работаешь. За как, куда они уехали? Их вызвали по факту того, что на них кидаются. Куда кто уехал? Если два этих, чуть не сказал, забыли с голову, я не знаю, папку, бланки, еще что-то они забыли, то им подвезти это должны, понимаешь? Подвезти. Не подвезти в смысле подвезти, а привезти. Что... Какое-то чрезвычайное происшествие там. Все возможно, они же должны предупредить. Я понимаю. Адрес какой? Ереванская улица, 28, корпус... Улица Пушкина, дом Колотушкина. Один. Вы сотрудник магазина? Нет, я покупатель. Вся информация принята. Осторожно, сотрудников ждите. Спасибо, ожидаем. Всего доброго. Очень интересный район, ребят. Мы в этом районе еще ни разу не были. Нам срочно надо туда сходить. Я очень хочу туда в гости. Я чувствую, что там 100% надо еще побывать. Я прям чую. Да, Артем звучит как заявление. И сразу начинается очень интересно. А пойдем посмотрим, интересно. Очень интересно. Очень интересно, это когда давеча я вот зашел вот сюда, да, вот этот на Вин. Да, и три подряд смотрю, экспресса залетела. Вот это очень интересно, очень. Экспрессы это в смысле поезда эти. Чух-чух-чух, да. Чух-чух-чух. Плюс 17, да, тысяч. Прилипло, я не понял откуда, да. То мимо пролетали. Вот, и собственно о чем это? Ссылочку первую в закрепленном комментарии. Господи, дай вам бог здоровья, кто заходит, регается. Спасибо вам, дорогие друзья. Просто вот от души искренне прям... Минута занимает. Спасибо. Просто спасибо. Просто для статистики. Просто спасибо. Господи, храни вас все эти возможные и невозможные. И чтоб просрока не было. И чтоб полицейские хорошие были. Вы поняли, короче. Ну, как мог, как мог. Да, спасибо. Камеры не работают? А то мало ли они потом придумают что-нибудь. Смотри. Все, ну, камеры не работают? Шикарно. Все. Просто. Как они молодцы. Собираются работать? Никак, они все не работают. В смысле? А вот где вот отделы? Фикс прайс внизу. Ну там работает, они, видать, у себя чисто выключили. Никто нас не предупреждал, что магазин не работает, закрыт. Не, вообще никто даже не вышел, то есть настолько неуважение к покупателям, никто даже не вышел. Вот девушка здесь, женщина стояла, парень стоял. Просто всем без разницы, просто выключили свет и все. Никто даже не вышел предупредить. Такое отношение к покупателям, при том, что тут я... Полиция, это где? Где? Тут прям через несколько шагов в соседнем здании буквально другой супермаркет, в котором, я думаю, такого мы бы сейчас не увидели. Блеск для губ, светло-розовый. Принцесска. Ну, детям обычно покупают. Изготовлено
07.2020. Срок годности 36 месяцев, то есть 3 года. От 07.20 получается. Герой, ты вообще на войну езжай, как мужчина там воюет. Сказочный. Я тебя понял. Сюда обязательно про сказочного вставим мем, потому что, ну, это не меняется ничего. Там, кстати, говорят, до 60 можно стартануть, отец. Да. Ты, прежде чем совет-то давать, ты бы это... Подумай, может, все-таки, ну, его это... Бизнес не твое, а? За страну, блядь, я сходил, чем мы по магазинам, смотри. Чего? Я сходил, чем мы по магазинам, чего? А! Ничего не понял. Смотри, всякие ты милые. А, что ж ты-то здесь еще? Я? Да. Я свою отвоевал уже. Если пока... ты мужчина, иди воюй там, блядь. У меня племянники, брат там воюют, если ты хочешь знать. Это будет прекрасный ролик с прекрасным продолжением. У меня рыбки даже все попрятались. Когда начинают такую ерунду нести, сразу все разбегаются. Все, вон они, о! Сидит на тебя, смотрит, смотри. Ай, ты мой хороший. Оп-оп. Аквамен. Надо канал переименовывать. Так что ставь лайк, подписывайся на канал. Ребят, 20 тысяч лайков. Следующую серию обязательно в конце включу. В следующую часть обязательно в конце включу. Что? Правильно. Недавние наши вот эти вот. Да. Ну, как говорится, давай. Не грусти.